Дорогие наши спортсмены, участники сборной России, поздравляю вас с успешным выступлением на 31-х летних Олимпийских играх. Благодаря огромной силе воли, полной отдаче, неимоверным усилиям и беззаветной любви к нашей стране и своему делу вы добились побед на международной арене в Рио. Желаю вам крепкого здоровья, мужества, стойкости и новых олимпийских побед. Борт-инженеры 48-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Анатолий Иванишин.